Спортсмены из японской столицы горнолыжного спорта города Саппоро. Возглавляет делегацию вице-президент Национальной ассоциации лыжного спорта доктор Муцуо Нисино. Пожалуй, никогда еще слаломная трасса и трамплины с поэтическим названием «Горный воздух» не видели такого количества зрителей. Гости и хозяева будут оспаривать приз газеты «Советский Сахалин». Скоро на склонах гор начнутся жаркие схватки. Советским и японским спортсменам не понадобились переводчики. Спортсмены великолепно обходились без их услуг, ведь язык спорта везде одинаков. Ни одному из горнолыжников не удалось пройти слаломную трассу быстрее Тальянова, и он по праву занял высшую ступеньку пьедестала почета, победив и в слаломе гиганте.